Не меньше 100 тысяч человек собрались в столице Ирландии, чтобы выступить против отмены запрета на аборты. Люди пытаются отстоять 8-ю поправку Конституции, которая гарантирует право на жизнь еще не родившемуся ребенку. Сейчас власти республики активно готовятся к референдуму об отмене этой поправки. Он должен состояться в мае или июне. Ирландия остается одной из немногих европейских стран, где запрещены аборты. Делать их разрешается только при исключительных обстоятельствах, включая угрозу жизни матери. В итоге ирландки ездят прерывать беременность в другие страны.